наших прошлых видеообзорах мы с вами познакомились с тремя совершенно разными автомобилями японского производства. Напомню, то были в разной степени автомобили внедорожные. Но вот их объединяет одна и та же проблема. Полной универсальности для своих покупателей они не предлагают, а стоят от 1 000 000 рублей и выше. Всем привет! Очередной видеообзор на bizova.ru посвящен универсальному автомобилю по-российски. Знакомьтесь, Chevrolet Niva. Мы реалисты, и сравнивать этот автомобиль с более современными и минимум вдвое более дорогими машинами, конечно же, не станем. И тем не менее попытаемся ответить на вопрос. Достойно ли Нива может заменить функцию повседневного автомобиля для города и на что она способна на бездорожье? Прокатимся! В обычном городском движении автомобиль воспринимается как несколько валкий. Сказывается все-таки в первую очередь внедорожная настройка ходовой части. Вот даже при относительно спокойных перестроениях чувствуется, что автомобиль дает определенный крен в ту или иную сторону. С другой стороны, такая настройка ходовой части позволяет сделать езду по нашим не самым гладким дорогам, в общем-то, очень комфортабельной. Подвеска проглатывает практически любые неровности, ну и лишь сопровождает проезд кочек небольшим звуком из-под колес, довольно-таки умеренным. Силовой агрегат и трансмиссия для Chevrolet Niva предлагаются в единственном варианте. Двигатель здесь бензиновый, объемом 1,7 литра и мощностью 80 лошадок. Коробка передач пятиступенчатая механическая, тут альтернатив нет. Привод полный. Причем здесь применен настоящий честный полный привод без возможности отключения передка или задней оси. В то же время есть понижающая передача для тяжелых условий на бездорожье и блокировка межосевого дифференциала. Такой внедорожный арсенал уж точно переплюнет большинство современных кроссоверов. На сильно разбитых грунтовых дорогах Нива проявляет свои лучшие качества. Речь идет и об очень высокой энергоемкости подвески, и о неплохом комфорте для таких условий передвижения, и о хорошей геометрической проходимости. И вот если сравнивать Ниву с большинством, ну не просто бюджетных автомобилей, а даже большинством кроссоверов, то тут, конечно, Chevrolet выигрывает и выигрывает достаточно сильно. При этом, если вспомнить предшественницу Chevrolet Нивы, тот автомобиль, который мы сейчас знаем под именем Lada 4x4, то вот Нива Шевроле выглядит предпочтительно за счет несколько более длинной колесной базы, а значит за счет более высокого комфорта передвижения по вот таким вот, ну, по-настоящему очень кривым и неровным дорогам. В то же время потеря проходимости из-за той самой удлиненной колесной базы получилась, ну, в общем-то, достаточно скромной. Дело в том, что автомобиль располагает постоянным полным приводом, ну, собственно, как и раньше, имеет понижающую передачу. И вот когда мы подключаем понижающую передачу, мы еще и имеем заблокированный межосевой дифференциал. А в современном мире, как мы с вами понимаем, это достаточно серьезный аргумент в борьбе с серьезным бездорожьем. Наличие понижающей передачи позволяет значительно расширить тяговые возможности двигателя. И это здорово выручает на тяжелых подъемах со сложным рельефом. Такие вещи машина преодолевает без особого... Stop the time. Yeah!
одной стороны, он воспринимается несколько архаичным, но это только если рассматривать его с позиции современных легковушек. Вот если смотреть на него как на автомобиль полноприводный для бездорожья, то интерьер хорош. Линия остекления низкая, обзорность великолепная, контролировать ситуацию вокруг возможно без малейших проблем. Запас пространства над головой позволяет сидеть здесь даже очень высоким людям. А вот что можно отнести к сильным сторонам Chevrolet, так это отделку интерьера. Да, конечно, она недорогая, но достаточно качественная. Есть небольшие претензии к качеству сборки передней панели, но опять же повторимся, в рамках бюджетного класса это вполне приемлемый уровень. А вот общее впечатление от качества пластика, от качества ткани на сиденьях и в принципе от работы второстепенных органов управления очень положительное. Багажник у Chevrolet Нивы имеет достаточно скромные размеры, и в первую очередь это обусловлено небольшими габаритами самого автомобиля. В то же время полку вот эту, естественно, вы можете снять, сиденье сложить целиком или по частям и тем самым значительно увеличить пространство для вашего багажа, в том числе, что очень важно, по высоте. И вот одна приятная деталь. Дверь багажника открывается справа налево, а значит грузить вещи, установленные где-то у обочины, вам будет гораздо удобнее, чем в случае с большинством азиатских автомобилей, где дверь, напомню, открывается в обратную сторону. По сравнению со многими машинами в этой ценовой категории, багажник у Нивы трансформируется действительно удобно. Частями можно сложить подушку сиденья, опустить спинку и получить практически идеально ровный пол. Не каждая машина в ценовой категории около полумиллиона может похвастаться такими удобствами. Так что же представляет из себя Chevrolet Niva? За цену меньше, чем в полмиллиона рублей, вы получаете автомобиль, который, конечно, уступит современным легковушкам на асфальте, в городе или за городом. Уступит заметно, но не провально. В то же время этот автомобиль может привести вас в такие места, о котором те самые седанчики или хэтчбеки даже мечтать не могут. Ну а сочетание его городских и внедорожных качеств при относительно демократичной цене делает Chevrolet Niva предложением по-настоящему уникальным. Ну а если вы не согласны с нашими выводами, вы всегда можете пройти тест-драйв у дилера и высказать ваше мнение в комментариях на нашем портале. До новых встреч на bizova.ru!